Здравствуйте! Вам будет представлена лекция на тему «Основные понятия теории множеств. Отношения». Авторами лекции являются преподаватель кафедры ИС Мартыненко Ольга Владимировна и я, преподаватель кафедры ИС Кремер Ольга Вадимовна. В ходе лекции будут рассмотрены следующие вопросы. Понятие множества, способы задания множеств, виды множеств, операции над множествами, диаграммы Эйлера-Венна, унарные, бинарные, тернарные отношения, способы задания бинарных отношений и их основные свойства. Множеством называется совокупность каких-либо объектов, обладающих общим для всех характеристическим свойством. Это определение нельзя считать строгим, так как понятие множества является исходным понятием математики и не может быть определено через другие математические объекты. Одним из основателей теории множеств Кантор определял множество так: множество есть многое, мыслимое как целое. Примеры множеств: множество деревьев в лесу, множество целых чисел, множество корней уравнения e в степени x синус x равно 0,5. Всякое множество состоит из элементов. Множество обозначают большими латинскими буквами, например, А, Б, С, а элементы – маленькими буквами. Множество и его элементы обозначаются следующим образом. А равно А1, А2, А3. В этом случае множество состоит из трех элементов. А равно А1, А2 – многоточие. В этом случае множество состоит из бесконечного числа элементов. Множество может состоять из элементов, которые сами являются множествами. Нужно различать элемент А и множество, состоящее из единственного элемента А. Запись А, Б, С принадлежит П говорит о том, что элемент А принадлежит П, элемент Б принадлежит П и элемент С принадлежит П. Если же элемент А не принадлежит множеству, то пишут А не принадлежит П. Если множеству П не принадлежат несколько элементов, например, А, Б, С, то записывают А, Б, С не принадлежат П. По числу элементов, входящих в множество, множество делят на три класса. Первое – конечные, второе – бесконечные и третье – пустые. Если элементы множества можно засчитать, то множество является конечным, даже если мы не знаем конечного числа, но знаем, что оно существует. Такое множество называется конечным. Например, множество героев романа Булгакова «Мастер и Маргарита», множество гласных букв в слове «математика», которое состоит из трех элементов «А», «Е», «И». Причем гласное считается только один раз. То есть элементы множества при перечислении не повторяются. Если элементы множества сосчитать невозможно, то множество бесконечное. Например, множество натуральных чисел бесконечно. Множество точек отрезка от 0 до 1 включительно также бесконечно. Множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым. Например, множество действительных корней уравнения x в квадрате плюс 1 равно 0. Множество людей, проживающих на Солнце. Множество треугольников, сумма углов которого не равна 180 градусам. Существуют следующие способы задания множеств. Первый способ – путем прямого перечисления его элементов. Например, запись P равная A, B, C, D говорит о том, что P состоит из четырех элементов A, B, C, D. Следующий пример. Множество всех гласных русского алфавита. Множество A равно A, Я, У, Ю, Э, Е, Ё, И, И. Или множество цифр десятичной системы счисления. B равно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Очевидно, что такой способ задания множеств удобно применять для конечных множеств с небольшим количеством элементов.
Второй способ – при помощи специально сформулированного правила или свойства, в соответствии с которым всякий объект либо входит в множество, либо не входит. Такое правило называется формой P от X. Например, множество десятичных цифр можно задать следующим образом. P равно X, такие что X больше либо равно нулю и меньше либо равно 9, и X целое число. В данном примере слева от наклонной черты записана переменная X, а справа правило, форма P от X, указывающая, какие значения X образуют элементы, принадлежащие множеству P, и какие не образуют. Запись читается так. Множество P – это все значения X, которые больше нуля или равны ему, но меньше или равны 9, и являются целыми числами. Знак амперсанд означает союз «и». Допускается и такая запись, где вместо амперсанда ставится запятая, либо точка с запятой, либо вместо наклонной черты, отделяющей переменную x от формы p от x, в литературе встречается и прямая черта, а также точка. Случается, что одно и то же множество может быть задано с помощью различных характеристических свойств. Как, например, в следующем примере множество квадратов можно задать с помощью следующих характеристических свойств. В первом случае А – это такие иксы, где x – ромб с прямыми углами. И во втором случае множество А – такие иксы, где x – прямоугольник с равными сторонами. Множества называются равными, если они состоят из одних и тех же элементов. Например, множество А, Б, С, Д равно множеству Б, С, А, Д. Элементы этих множеств записаны в различных последовательностях, но наборы элементов совпадают. Поэтому множества равны, так как порядок записи элементов, образующих множество, не имеет значения. Всякое множество характеризуется величиной, которую называют кардинальным числом, показывающим, сколько элементов содержит множество. Для обозначения числа элементов множества часто используют две вертикальные черты, между которыми записывают само множество или его обозначение. Например, если множество А равно А, Б, С, то его кардинальное число равно 3. Множества с одинаковыми кардинальными числами называются эквивалентными или равномощными. Каждый элемент может входить в множество только один раз. Множество А называется подмножеством множества Б, если всякий элемент множества А является элементом множества Б. А не строгое включение в B – это А под множество B. Множества А и B равны, если одновременно выполняются следующие включения. А не строгое включение в B и B не строгое включение в А. Если А не строгое включение в B и А не равно B, то А строго включено в B. Пустое множество является подмножеством любого множества. Подмножества бывают двух видов – собственные и несобственные. Само множество P и пустое множество называются несобственными подмножествами. Все остальные подмножества называются собственными. Всякое непустое множество P содержит два несобственных подмножества – и 2 в степени p минус 2 собственных подмножества. Множество всех подмножеств множества p называют булианом этого множества и обозначают b от p. Булиан множества p, равного a, b, c, имеет вид. Пустое подмножество, множество a, b, c, элемент a, элемент b, элемент c, элементы АВ, АС и БС.
Следующая подтема нашей лекции – операции над множествами, диаграммы Эйлера-Венна. Операции над множествами наглядно иллюстрируются с помощью диаграмм Эйлера-Венна. На этих диаграммах изображаются все возможные варианты пересечения множеств. Множества изображаются в виде кругов, если используются 2-3 множества, и эллипсов, если используются 4 множества, помещенных в прямоугольник, универсум. Универсальное множество или универсум в контексте задачи — это множество, содержащее все элементы рассматриваемой задачи, элементы всех множеств задачи и элементы, не входящие в них. На диаграмме строят пересекающиеся множества и заключают их в универсум. Диаграммы Эйлера-Венна также используют для визуального представления логических операций. Диаграмма Эйлера-Венна — это замкнутая линия, внутри которой расположены элементы множества. В пересечении двух множеств А и Б входят элементы, принадлежащие множеству А и множеству Б одновременно. Если таких элементов нет, то пересечением является пустое множество. Например, А равно ABC, B равно DFC. В этом случае только один общий элемент. Поэтому А пересечение B равно элементу C. Следующий пример. А равно ABC, B равно DFG. В этом случае нет элементов, входящих и в множество А, и в множество Б. Поэтому А пересечение Б равно пустому множеству. В объединении двух множеств А и Б входят элементы, принадлежащие множеству А и множеству Б. Например, множество А равно ABC, B равно множеству DFC, и А объединение Б равно А, Б, С, Д, Ф. В разность множеств А минус Б входят элементы, принадлежащие множеству А и не принадлежащие Б. Например, множество А равно А, Б, С, множество Б равно Д, Ф, С, А минус Б равно А, Б. Или следующий пример. Множество А равно А, Б, С. Множество Б равно Д, Ф, Г. И множество А минус Б равно А, Б, С. В разность множества Б минус А входят элементы, принадлежащие множеству Б и не принадлежащие множеству А. Например, множество А равно А, Б, С, множество Б равно Д, Ф, С, и разность Б минус А равно Д, Ф. Или другой пример. Множество А равно А, Б, С, множество Б равно Д, Ф, Г, и разность Б минус А равно элементам Д, Ф, Г. В симметрическую разность множеств входят элементы, которые принадлежат только множеству А и только множеству Б, то есть объединение множеств минус их пересечение. Например, множество А равно А, Б, С, множество Б равно Д, Ф, С, А симметрическая разность Б равно А, Б, Д, Ф. Или другой пример. А равно А, Б, С, Б равно Д, Ф, Г, А симметрическая разность Б равно А, Б, С, Д, Ф, Г. Следующая подтема нашей лекции — унарные, бинарные, тернарные отношения. Исследователя окружающего мира интересуют различные свойства объектов. Свойства, относящиеся к отдельным объектам, например, быть женщиной, иметь форму правильного пятиугольника, быть сделанным из металла, иметь низкую теплопроводность, и свойства, характеризующие связи между несколькими объектами, например, свойства быть родственниками,
быть больше относится к парам объектов. Свойство находиться между относится к тройкам объектов. Свойство располагаться в вершинах квадрата к четверткам объектов. Такие свойства принято называть отношениями. При этом свойства отдельных объектов называют унарными отношениями, свойства, относящиеся к парам объектов, — бинарными отношениями, свойства, относящиеся к наборам из n объектов, — n-арными отношениями. Ниже мы ограничимся рассмотрением лишь бинарных отношений. Для этого введем необходимые определения. Унарной операцией или одноместной операцией на множестве m называется отображение множества в себя, которое каждому элементу множества m, называемому операндом, ставит в соответствие некоторый элемент того же множества, называемым результатом. Унарную операцию принято обозначать знаком действия, который ставится перед или над операндом. Например, для унарной операции минус результат ее применения к элементу x записывается в виде минус x. Унарная операция, обратная самой себе, называется инволюцией. Простыми словами, унарная операция — это операция над одним операндом. Примеры унарных операций. Возведение в квадрат, изменение знака числа, отображение фигуры относительно заданной оси. Инверсия. Упорядоченные пары x, y называется совокупность двух элементов x и y, расположенных в определенном порядке. Две упорядоченные пары x, y и u, v равны между собой тогда и только тогда, когда x равно u и y равно v. Примеры упорядоченных пар. А, Б, 1, 2, Х, 4. Аналогично можно рассматривать тройки, четверки и так далее объектов. Прямым или декартовым произведением двух множеств А и Б называется множество упорядоченных пар, таких, что первый элемент каждой пары принадлежит множеству А, а второй — множеству Б. В общем случае прямым произведением n множеств А1, А2, АН называется множество А1, А2, АН, состоящее из упорядоченных наборов элементов А1 маленькое, А2 маленькое и так далее АН, длины N, таких, что ИТ элемент АИТ принадлежит множеству АИ. R называется бинарным отношением на множестве А, если R принадлежит А, умноженное на А. При этом вместо записи x, y принадлежит R, часто записывают x, R, y. Если R принадлежит А, умноженное на B, то говорят, что R определено на множествах А и B. Множество всех первых элементов пар из R называется областью определения отношения R и обозначается дом R. Множество всех вторых элементов пар называется областью значения отношения R и обозначается как им R. Отметим, что обычно отношения задаются так же, как и множество, а именно пересечением или указанием свойств. Пример. Пусть x равно a, b, c, d. Y равно 1, 2, 3, 4, 5. Тогда множество кортежей альфа А1, Б2, С3, Д4 являются отношением. Следующий пример. Отношение альфа 4, 4, 3, 3, 2, 2, 4, 2 на множестве х равное 4, 3, 2 можно определить как свойство делится на этом подмножестве целых чисел. Хорошо известными примерами отношений из школьного курса математики являются: на множестве целых чисел z отношение делится, делит, равно, больше, меньше, взаимно просты. На множестве прямых пространства отношение
параллельны, взаимно перпендикулярны, скрещиваются, пересекаются, совпадают. На множестве окружностей пересекаются, касаются, концентричны. Факт принадлежности кортежа x, y соответствию альфа часто обозначают с помощью так называемой инфиксной формы записи x, альфа, y. Типичными примерами таких записей из курса математики являются x больше y, a равно b, m параллельно l и так далее. Отношения могут задаваться формулами. Например, y равно x в квадрате плюс 5x минус 6. Следующая подтема нашей лекции – способы задания бинарных отношений и их основные свойства. Вначале рассмотрим метод восходящей к аналитической геометрии. Начертим пару взаимно перпендикулярных осей OX – горизонтальная ось и OY – вертикальная ось. И на каждой отметим точки, представляющие элементы множества x. Координатная сетка, считая метки А, Б, С, Д, Е координатами точек на горизонтальной и вертикальной осях. Отметим на плоскости точки с координатами x, y. На этом рисунке изображено множество точек, соответствующие отношению альфа. АВ, АС, БД, СЕ, ЕБ, ЕЕ. Другой широко распространенный способ представления отношений основан на использовании ориентированных графов. При таком представлении элементы множества x изображаются вершинами графа, точками плоскости, а элементы x, y, отношения альфа, дугами или стрелками, соединяющими первую компоненту x отношения со второй компонентой y. На рисунке изображен граф бинарного отношения альфа. Для бинарных отношений, определенных на конечных множествах, часто используется матричный способ задания. Пусть на некотором конечном множестве x задано отношение А. Упорядочим каким-либо образом элементы множества x, равное x1, x2, xn. И определим матрицу отношения А равно А и G следующим образом. А и G равно единице, если x и xg принадлежит альфа. И А и G равно нулю, если x и xg не принадлежит альфа. Таким образом, матрица отношения имеет вид, изображенный на слайде. Часто матрицу отношения называют булевой, чтобы подчеркнуть, что ее элементами являются только нули и единицы. Так как бинарные отношения являются множествами, то к ним применимы все понятия, которые вводятся для множеств. Понятия равенства, включения, а также операции пересечения, объединения и дополнения. Пусть множество альфа и бета – два бинарных отношения на множестве x. Каждому из них соответствует некоторое множество пар. Пересечением отношений альфа и бета, заданных на множестве x, называется отношение такое, что x альфа пересечение бета y тогда и только тогда, когда x альфа y и x бета y. Пример. Пересечением отношений не меньше и не равно определенных на множестве действительных чисел r является отношение строго больше. Следующее определение. Объединение отношений альфа и бета, заданных на множестве x, называется отношение такое, что x альфа – объединение бета y. Тогда и только тогда, когда x альфа y или x бета y. Пример. Объединением отношений «быть ребенком и быть дочерью», определенных на множестве всех людей, является отношение «быть ребенком». Разностью отношений альфа и бета, заданных на множестве x, называется отношение альфа минус бета, такое что x альфа минус бета y, тогда и только тогда, когда x альфа y и не x бета y. Пример.
Разностью отношений не меньше и не больше на множестве R является отношение больше. Следующий пример. Разностью отношений быть ребенком и быть дочерью, определенных на множестве всех людей, является отношение быть сыном. Отметим, что выше приведенные определения являются просто перефразировками соответствующих определений для обычных множеств. И все свойства теоретика множественных операций, пересечения, объединения и дополнения, имеющие место для произвольных множеств, выполняются и для отношений. Кроме теоретика множественных операций для отношений, вводятся некоторые дополнительные операции, которые связаны с их специфической структурой. Мы рассмотрим две такие операции. Если в каждой упорядоченной паре, принадлежащей отношению альфа, поменять местами первую и вторую компоненты, то получим новое отношение, которое называется обратным, для отношения альфа и обозначается альфа в минус первой. Х альфа минус первой у тогда и только тогда, когда у альфа х. Пример. Обратным для отношения не меньше на множестве действительных чисел r является отношение меньше. Или, например, обратным для отношения быть родителем на множестве людей является отношение быть ребенком. Граф отношения альфа в минус первой получается из графа отношения переориентации всех дуг отношения альфа. Если отношение задано с помощью булевой матрицы, то поменяв в ней местами строки и столбцы, получим булевую матрицу отношения альфа в минус первой степени. Матрица отношения альфа произведением или композицией отношений альфа и бета, заданных на множестве х, называется отношение альфа-композиция бета, состоящее из таких кортежей x, z, для которых существует элемент y, принадлежащий x, удовлетворяющий условию x, y принадлежит альфа и x, y принадлежит бета. X альфа, композиция бета, z, следует, что существует y, принадлежащий x, и x альфа y, и y бета z. Пример. Произведением отношения быть братом и быть отцом является отношение быть братом одного из родителей, то есть быть дядей. Определим еще одну унарную операцию над отношением. Транзитивным замыканием отношения альфа называется бинарное отношение альфа-транзитивное, состоящее из кортежей x, y, для которых выполняется одно из следующих условий. Кортеж x, y принадлежит альфа, и найдется конечная последовательность элементов z1, z2 и так далее zn, принадлежащих альфа, такая, что все кортежи принадлежат отношению альфа. То есть между соседями в этой цепочке выполнено отношение z0 альфа z1, z1 альфа z2 и так далее zn-1 альфа zn. На рисунке изображено отношение альфа и его транзитивное замыкание. Альфа транзитивное. На рисунке изображено отношение альфа и его транзитивное замыкание. Альфа транзитивное. Пример. Пусть множество А представляет собой следующее множество деталей и конструкций. А равно болт, гайка, двигатель, автомобиль, колесо, ось. Причем некоторые из деталей и конструкций могут использоваться при сборке других конструкций. Взаимосвязь деталей описывается отношением R. Непосредственно используется в и состоит из кортежей, показанных на слайде. Транзитивное замыкание состоит из кортежей. Добавленные кортежи помечены жирным шрифтом. Очевидный смысл замыкания R состоит в описании включения деталей друг в друга не только непосредственно, а через использование их в промежуточных деталях. Например, болт используется в автомобиле, так как он используется в двигателе, а двигатель используется в автомобиле. Рассмотрим некоторые из основных свойств бинарных отношений. Определение.
Бинарное отношение альфа на множестве x называется рефлексивным, если для любого элемента А, принадлежащего x, выполняется условие А, альфа, А. Если отношение представлено с помощью графа, то рефлексивность этого отношения означает, что в каждой вершине графа обязательно имеется петля. Для отношения, заданного с помощью булевой матрицы, его рефлексивность равносильна тому, что по главной диагонали этой матрицы, идущей из левого верхнего угла в правый нижний, стоят только символы 1. Например, отношение параллельности прямых является рефлексивным, так как всякая прямая параллельна самой себе. Если условие рефлексивности выполнено не для всех элементов множества x, то говорят, что отношение альфа не рефлексивно. Примеры нерефлексивных отношений: заботиться о, развлекать, нервировать. Следующее определение. Бинарное отношение альфа на множестве x называется антирефлексивным, если для любого элемента А, принадлежащего x, не выполняется условие А, альфа, А. Если антирефлексивное отношение задано матрицей, то все диагональные элементы являются нулевыми. При задании такого отношения графом каждая вершина не имеет петли. Примеры антирефлексивных отношений. Отношение неравенства. Отношение строгого неравенства. Отношение перпендикулярности прямых. И так далее. Бинарное отношение альфа на множестве x называется симметричным, если для любого x и y, принадлежащего x, пара xy принадлежит альфа. И отсюда следует, что yx также принадлежит альфа. Матрица симметричного отношения симметрична относительно главной диагонали, то есть совпадает с транспонированной. Если в графе симметричного отношения существует связь между двумя вершинами, то существует и обратная связь. Примерами симметричных отношений являются отношение перпендикулярности на множестве прямых, отношение касания на множестве окружностей, отношение быть похожим на множестве людей, отношение иметь одинаковый пол на множестве животных. Если рассмотреть отношение x брат y на множестве всех людей, то оно не является симметричным. В то же время отношение x брат y на множестве мужчин симметричным является. Примером симметричных отношений может служить отношение «быть братом». Если Костя – брат Толи, то Толя – брат Кости. Теорема. Объединение и пересечение любого семейства симметричных отношений также являются симметричными отношениями. Определение. Бинарное отношение альфа на множестве x называется антисимметричным, если для любого x и y, принадлежащего x, пара xy принадлежит альфа, пара yx принадлежит альфа, и отсюда следует, что x равно y. Отношение делиться на множестве натуральных чисел является антисимметричным, так как из А делить на Б и Б делить на А следует, что А равно Б. Однако на множестве целых чисел отношение делиться антисимметричным не является, так как минус 2 делить на 2 и 2 делить на минус 2, но 2 не равно минус 2. В графе антисимметричного отношения две различные вершины могут быть соединены не более чем одной дугой. Отношения выше, тяжелее, старше антисимметричны на множестве людей. Отношение «быть сестрой» на множестве всех людей антисимметричным не является. Отношение называется асимметричным, если оно имеет место между элементами А и Б, но отсутствует между элементами Б и А. Пример асимметричного отношения – «находиться в». Если книга находится в шкафу, верно, то шкаф находится в книге, утверждение ложное. Отношение называется несимметричным, если оно не является симметричным и не является асимметричным.
То есть, если имеет место отношение А альфа Б, то отношение Б альфа А может быть, а может и не быть. Пример. Отношение А увидел Б. Если Саша увидел Игоря, то возможно, что и Игорь увидел Сашу, но мог и не увидеть. Отношение альфа называется транзитивным, если из А альфа Б и Б альфа С следует А альфа С. Примерами транзитивных отношений служат отношение делиться на множестве действительных чисел, отношение больше на множестве действительных чисел, отношение старше на множестве людей, отношение иметь одинаковый цвет на множестве детских игрушек, отношение быть потомком на множестве людей, отношение быть похожим на множестве людей не обладает свойством транзитивности. Отношение больше на множестве положительных чисел является транзитивным, поскольку если А больше Б и Б больше С, то А больше С. Отношение называется интранзитивным, если из А альфа Б и Б альфа С следует утверждение, что А альфа С является ложным. Примером может служить отношение больше на 4. Если А на 4 больше Б и Б на 4 больше С, то утверждение А на 4 больше С ложно. Отношение называется нетранзитивным, если оно не является транзитивным и не является интранзитивным. То есть, если имеют место отношения А альфа Б и Б альфа С, то утверждение А альфа С может и быть истинным, а также может быть ложным. Например, пусть А знаком с Б и Б знаком с С. Тогда относительно истинности утверждения А знаком с С ничего определенного сказать нельзя. Далее мы рассмотрим инвариантность отношений. То есть перечислим некоторые случаи, когда те или иные свойства отношений сохраняются при выполнении над ними операций. Если отношения альфа и бета рефлексивны, то рефлексивны и следующие отношения. Альфа пересечение бета, альфа объединение бета, альфа в минус первой степени, альфа композиция бета и альфа транзитивная. Если отношения альфа и бета антирефлексивны, то антирефлексивны и следующие отношения. Альфа пересечение бета, альфа объединение бета и альфа в минус первой степени. Если отношения альфа и бета симметричны, то симметричны и следующие отношения. Альфа пересечение бета, альфа объединение бета, альфа в минус первой степени. Если отношения альфа и бета антисимметричны, то антисимметричны и следующие отношения. Альфа пересечение бета и альфа в минус первой степени. Если отношения альфа и бета транзитивны, то транзитивны и следующие отношения. Альфа пересечение бета, альфа в минус первой степени, альфа транзитивное. Важным видом бинарного отношения является отношение эквивалентности. Определение. Бинарное отношение R на множестве X называется отношением эквивалентности на X, если R рефлексивно, симметрично и транзитивно. Отношения эквивалентности часто обозначают следующими символами, изображенными на слайде. Самое наглядное и всем знакомое отношение эквивалентности – это разделение контингента учащихся конкретной школы на классы. Другие примеры отношений эквивалентности. Отношение параллельности на множестве прямых, плоскости. Отношение подобия фигур на множестве. Отношение равносильности на множестве уравнений. Отношение иметь одинаковые остатки при делении на фиксированное натуральное число m на множестве целых чисел. Это отношение в математике называется отношением сравнимости по модулю m. Отношение принадлежать одному виду на множестве животных. Отношение быть родственниками на множестве людей. Отношение быть одного роста на множестве людей.
отношение жить в одном городе на множестве людей и так далее. С отношением эквивалентности тесно связано разбиение множества на классы. Определение. Система непустых подмножеств M1, M2 и так далее, множество M, называется разбиением этого множества, если M равно M1, объединение M2, объединение и так далее, где M и T, пересечение MGT равно нулю, при I не равно G. Сами множества M1, M2 и так далее называются при этом классом данного разбиения. Примерами разбиения служат разложение всех многоугольников на группы по числу вершин, треугольники, четырехугольники, пятиугольники и так далее. Разбиение всех треугольников по свойствам углов, остроугольные, прямоугольные, тупоугольные. Разбиение всех треугольников по свойствам сторон, разносторонние, равнобедренные, равносторонние. Разбиение всех треугольников на классы подобных треугольников. Разбиение множества всех учащихся данной школы по классам. Теперь рассмотрим более сложный пример, но совершенно жизненно важный. Когда врач выписывает вам лекарство, он фактически в рецепте указывает класс эквивалентных лекарств. Он не может указать совершенно конкретный экземпляр упаковки, таблеток или ампул. То есть всевозможные лекарства разбиты на классы отношением эквивалентности. Широкое применение отношений эквивалентности в современной науке связано с тем, что всякое отношение эквивалентности осуществляет разбиение множества, в котором оно определено, на классы, обычно применяемые за новые объекты. Другими словами, с помощью отношений эквивалентности порождаются новые объекты и понятия. Так, например, отношение сонаправленности лучей разбивает множество всех лучей плоскости или пространства на классы сонаправленных лучей. Каждый из этих классов лучей называется направлением. Таким образом, интуитивное понятие направления получает точное математическое описание как класс разбиения множества лучей с помощью отношения эквивалентности. Если элементы некоторого множества мы располагаем в определенном порядке, то сначала выбираем первый элемент, затем второй и так далее. То есть в сущности элементы множества упорядочены, если они каким-либо образом пронумерованы. Очевидно, что в этом случае между элементами существует отношение «следовать за», «А» следует за «Б». Отношение следования обладает свойством транзитивности. Если «А» следует за «Б», а «Б» следует за «С», то А следует за С, но является асимметричным. Если А следует за Б, то Б не может следовать за А и не является рефлексивным. Элемент А не может следовать за самим собой. Если отношение R на множестве M является транзитивным и асимметричным и не является рефлексивным, то оно называется отношением строгого порядка. Примером может служить отношение А больше Б на множестве М, равное 1, 2, 3, 4. Отношение R равно 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 3. Если отношение R на множестве М рефлексивно, антисимметрично и транзитивно, то оно называется отношением нестрогого порядка. Используются также термины отношение частичного порядка, отношение квазипорядка, отношение неполного порядка. Например, отношение не больше на множестве натуральных чисел является отношением нестрогого порядка. А меньше либо равно Б, так как оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно. Это отношение представляет собой объединение двух отношений, где R1 – асимметричное отношение меньше, и R2 – отношение равно. Если А, Б – 1, 2, 3, 4, то R1 равно 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. R2 равно
1-1, 2-2, 3-3, 4-4. И отношение R равно 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Множество M называется линейно упорядоченным, если для любых двух его элементов А и Б имеет место либо только А, Р, Б, либо только Б, Р, А. Если же отношения А, Р, Б, либо Б, Р, А справедливы не для любых элементов А и Б, принадлежащих М, то множество М называют частично упорядоченным. Пример. Множество М равно 1, 3, 4, 7. Рассмотрим отношение А, Р, Б, где R обозначает меньше. R равно 1, 3, 1, 4, 1, 7, 3, 4, 3, 7, 4, 7. Для каждого элемента множества R справедливо А меньше B. Следовательно, отношение А меньше B на множестве M есть отношение линейного порядка. Говорят, что отношение А меньше Б множество М упорядочивает линейно. С целью осмысления и закрепления материала, рассмотренного в ходе лекции, предлагаю следующие задания для СРС. Пусть А принадлежит множеству А. Следует ли отсюда, что элемент А не строго включено в множество А? В каком случае А не строго включено в А пересечение Б? Назовите множество, которое является подмножеством любого множества. Может ли быть множество эквивалентно своему подмножеству? Укажите способы задания бинарного отношения. Главная диагональ матрицы какого отношения содержит только единицы? Для какого отношения альфа всегда выполняется условие альфа равно альфа в минус первой степени? Для какого отношения альфа всегда выполняется условие альфа композиция альфа не строго включено в альфа? Ввести отношение эквивалентности и частичного порядка на множестве всех прямых на плоскости. Рекомендуемый список литературы поможет более глубоко и подробно самостоятельно изучить рассматриваемую тему и выполнить задание для СРС. Первое. Соболева. Дискретная математика. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям направления подготовки информатика и вычислительная техника. Информационные системы. 2006 год. Галушкина. Конспект лекции по дискретной математике с упражнениями и контрольными работами. 2007 год. Лекция окончена. Спасибо за внимание.